Смотрите, что это было. Что вы там нарисовали?
Нас застигли именины, ну а честный юбилей. Ни за что не применимо это слово «юбиляр» близко к вам. Ушли прошедшие года, руководство школы вы всегда. Свет любви, тепла Елена Юрьевна излучает и талант вокруг себя собирает. Подчиняется вам все, театр, школа и кино. Что же вам пожелаю? Вот, профессиональный театр создать, на всех конкурсах блистать. Пожелаем долгих лет и здоровья, и монет. Со своей стороны мы обещаем вас никогда не огорчать, свои таланты развивать, во всех задумках помогать, славу нашей школе приносить, трепетно вас любить. Вас поздравляю с юбилеем, стремясь к воздушным словам, мы скажем просто, как умеем, от всей души спасибо вам. За благодарство мысли ваших, за мир ваш светлый и большой, за то, что, став немного старше, вы молодеете душой. Спасибо. Спасибо. Thank you.
Я хочу тоже побить.
славу, это искусство, тех прекрасных юных галерей. Встречайте. Ну, самое главное, что делает Елена Процесская со своими детьми, она учит их творить самостоятельно. И пусть эти первые шаги еще не казистые, пусть еще мало в этом ума и таланта, но они уже это делают, они пробуют. И сейчас мы не можем не посмотреть на плоды их стараний. Прошу вас. Thank you.
Thank you.
самое главное в жизни Елены всегда было воспитание детей. И надо признаться, она вырастила немало хороших людей. Жизнь ей сложилась по-разному и еще будет складываться, потому что, дай Бог, ей много лет жизни. Но как? Каким образом ей удается воспитывать таких людей? Технологию этого процесса мы сможем с вами пронаблюдать прямо непосредственно сейчас на этой сцене. Это особый метод, особая система. Только так можно вырастить достойного человека и достойного артиста. Посмотрим. Человечка, внимательно, что
чтобы общее дело жило, чтобы оно процветало, чтобы мы все вместе в едином порыве делали одно дело веры протестской. Да, так случилось, что забили в этой школе все. Даже тот, кто никогда этого не делал, не пел, не умел, не хотел. Но она смогла, она заставила, и они поют. Сияющий на свет.
наверное, сплошное человеческое творчество вы наблюдаете на этой сцене. Ольга Алексеевна – педагог сценической речи нашей школы. Пишет стихи. Вы знаете, я специально ни у кого не расспрашивала о вас. Вот я вас вижу третий раз, и вот, как говорится, что рождается в творческих душах, не расспрашивая, просто с одного, с первого взгляда. Второй взгляд уже был другой, деловой, а вот первый взгляд, и вот эти ощущения от первого взгляда я занесла в стихи. Я их прочту. Вы вся очарование лета, в глазах магическая грусть, вы женщина, мечта поэта, таких не леет наша Русь, таких не встретите в Париже, попроще будет там народ. Живете вы гораздо ближе, вы рядом с нами, нам везет. Вы из особого помола, вы россиянка до глубин, таких воспитывает школа и пестует плоть до седин, чтобы директор здесь приманка, вы женщина и все каприз, а королевская осанка вас выдает, вы из маркиз. Ваша улыбка, Моны Лизы, дарит тепло самой души. А до чего же все маркизы таинственны и хороши? Ах, что пожелать вам в день рождения? У вас есть все, есть красота. Один ваш взгляд, одно движение, у ног любая высота. Есть ваша школа, это чудо, в ней воплощенные мечты. И знаете это откуда? Директор, ангел доброты, она из женщин, это ясно. Но... Thank you.
дорогие мои, вот все те, кто здесь собрались, и взрослые, и дети, я очень тронута всем тем, что сегодня произошло на этой сцене. Вы знаете, у меня было, ну, я не могу посчитать, сколько надежд на сегодняшний день, но вот они все исполнились. Во-первых, первая надежда. Мне хотелось куда-то забраться, чтобы мне спели «Многое лето и вас с юбилеем». Вот это первое. Оно исполнилось. Второе. Увидеть всех вас вот в этом зале, ну, потому что вот это первое, оно детское, оно синее. А вот когда вы все собрались в этом зале, я увидела все вот эти лица замечательные, и детей, которые что-то шерохались по углам, пока я шла, и что-то там такое говорили, какие-то тайны собирали, и потом вот эти тайны вышли все сюда на сцену, вы не представляете, как это замечательно и как это приятно. Вот все трудности и все напряжение, которое было за это время, и оно всегда собирается, к концу года, видимо, и вот на моем день рождения особенно, оно все прошло. И даже болезнь, которая иногда раз в 3 года посещает все-таки, она улетучилась. Вот честное слово, я чувствую себя очень бодрой, сильной. И от поцелуев ваших, и особенно вот от этих замечательных глаз, которые я обожаю просто. Вот, приводишь, когда и рядом с детьми находишься, работаешь, говоришь им вредные слова, там какой-нибудь мы или Матрёна, и получаешь в ответ не раздражение, а любовь. Вот именно поэтому, как у нас замечательный великий вот здесь вот в кресле сидел, как он точно очень подметил, вот именно этим мы все тут с вами взрослые и живы. Вот общением с необыкновенными людьми, детьми. Вот если дети все, что они имеют в этой жизни, вот в младшей своей жизни, вынесут туда, во взрослую жизнь, представляете, какие замечательные они будут люди. И вот эти большие, которые сегодня пришли, я вот вижу по глазам, что несмотря на то, что жизнь совершенно другая, вокруг там, и она их пихает, толкает, и забивает куда-то, они все равно приходят вот с такими глазами. Я вижу Катюшу здесь в зале. Вот. И я очень рада этому. И, как правильно заметил наш великий, что все это не зря. Вот я надеюсь на это. И мне хочется жить бесконечно, чтобы это никогда не кончалось. Чтобы это было всегда, чтобы вот они приводили своих детей. Вот Катя уже обещал привезти, у нее уже готовенькие есть. Ну, а вам все предстоит. Так что спасибо большое. Oh, Lord.